Приветствую все зрители канала в игрушке Trail Out. Третья серия прохождения. Сегодня у нас дерби. Кто он без машины? Он выиграл две гонки, лишил жизни один автомобиль, занял восьмую позицию в черном списке и занял первое место один раз. А также он имеет две машины. И это только за 44 минуты. Что будет дальше? Ну, у меня не две машины, у меня больше. Что это? Сменить одежду можно. Пока что нельзя. Обновить гараж тоже нельзя. Обновить гараж, это имеется в виду, скорее всего, внешний вид самого гаража. Так, ну мой гараж... Да, в мой гараж мы пойдем. Тачку почините, пожалуйста. С предыдущей гонки я не починил. Так, чиним. И сразу же берем именно его. Так, как у нас дерби... А, нихера. Не дерби. Для начала мастерская. Я ж там сколько? 2000, что ли, заработал? Кузов. Нихрена себе, 3800. То есть, кузов я вообще нихера не могу. А знаете, что могу поставить? Могу поставить. Ахуй мне. Что это? Требуется... Оцените, что... К слову, так сказать. Интересно, мне отваливается ли вот эта вот накладочка сверху. Вообще, это как пикап у нас идет с дополнительной крышей. Что там спереди? Так, а стоим мы где-то около аэропорта. Ну, судя по всему, это аэропорт или аэродром какой-то небольшой. И Михалыч с собачкой у нас там. Ладненько, все это оценили, посмотрели, поехали. Так, Михалыч у нас восьмой. Че не дают? А, не, можно, можно обойти этот момент. Выжить последним. 35 секунд. Карта лед. Лед. Это значит, что тачка будет скользить, скорее всего. Арена уже ближе к Рейхвосту. Ну, езжайте же. Я человек простой. Мне интересно посмотреть, как тачка ведет себя на льду. Никак она. Никаких нету отличий. Так, ну... Ты чё, зараза? У меня как бы... Задание стоит выжить. Не... Завалить там пятерых оппонентов или троих. Поэтому... Пытаемся, выживаем. Свои нас, прости. Хотя хрен его знает, кому засчитали, потому что как бы... Задеть-то я ее задел, но ее на меня вытолкнули. А вот интересный момент, этот Вудс. Чпуник. Он же типа дохрена скоростной, он здесь тоже? Эть, осторожно. Здорово. Ему еще и сверху вшатали, отлично. Так, что еще меня интересует, где труп? Они никак не отображаются после того, как их уничтожишь. Нет, отображаются на карте. Так, я пикап. 6 врагов осталось, нихера себе. Ну да, да, да. Прям видно, что дерби. Вообще, конечно, общий смысл передан. Это действительно дерби, но пока что реализация хромает. Это такая больше как будто мобильная, что ли, версия. Как будто.
То есть, возможно, в более поздней версии это будет все гораздо интереснее. Сука. Какого хера здесь музыка? Ее можно вообще заткнуть? Как вот ее сохранить? Я же какой раз захожу и убавляю ее. Так, 24 секунды мне осталось. Мусор Джо Бумер, я же не в него вшатнулся. Так, краснеет экран. Что за хер? Он просто врезался в стену. Он разогнался и врезался в стену. Так, Джо Бумер у нас такой Фрэнк Малков своеобразный. А, так это... Понятно. Я думал, он один остался. Вы ликвидированы. Я хочу поменять машину. Хотя, теоретически, я же на третьей позиции, да? А четвертое место... Не-не-не, так не пойдет. Вот эту давайте. Она же у нас в броньке, а, стоять. Ты 318, ни хера себе, ты зарабатываешь меньше. Пора продавать эту тачку. Зачем нам машина, которая... не окупает себя. Так, а вертолет это что? Это просто... О, хорош. Есть контакт. Еб! А, ну да, ну да, здесь же... Очень странно. Как следует зарядили. И мне в том числе. Не-не, ты так не вставай. Там сейчас сзади залетят. Давай хоть кого-нибудь. А кто? Кто ликвидировал? Ох, ну нифига себе, здесь дерби, это прям... Ёп. Мне повезло. Че это за херня у меня с машиной? Типа она уже дымится так? Ну да, с Кадиком сталкиваться это, конечно, такое... Так, вальнули, поехали дальше. Вообще, вообще, есть, конечно, затея у меня одна. Но не факт. А, кстати, вот что мне интересно, давайте попробуем. Да вы что, издеваетесь, что, что это за херня там происходит? О, слушайте, а мне это нравится. О, вот это мне нравится. О, вон оно что, вот для чего эта система, все великолепно. В дерби она заходит мне. Слушайте, ну этот проводик сейчас просто валит таким образом. Ага, а это нихера. Что за фигня? Так, я так понимаю, что... Они же там проводиком катятся, то есть как бы никуда они от нас не тянутся. Нам остается только сделать вот таким вот. Куда собралась? Чё за фигня? Ей вообще плевать. Вот так не плевать. Только почему у меня запас прочности отнимается, если вроде бы я раз сразу не успел отъехать. А опасно. Ука. Вот именно поэтому это и опасно. Так, вон комрад. А, ну все. Так, четвертая позиция у меня опять. Так, где он стоит? Я его не вижу. Ах ты, сука, телепортировался. Отлично. Блин, если то...
Супер, супер. Немножечко разобрались с системой. Она бронированная, капец просто. Да хрен на тебя. А вообще-то тут тоже, может, дешевле не обошелся, просто я не заметил. Не так воспринял. Давайте попробуем здесь выжить последним. Условия. Клетка. 35 секунд. Я тут по... Ага, понятно. Конструкция посередине. 30 секунд у меня есть, поэтому погнали. На стену полезли. Так, охотник есть сразу за мной. Живчик. Там один за мной прям старается. Как минимум один. И тут уже третий. А, давай-ка ты мне таймер просто заново построишь. Угу. А дверку потерял, пацан. Что, ты его развернуть не можешь? Ну, блин, когда тебе дают задание выживи-ка последним, лучше уж так. У меня запас прочности отнимается просто с нихера. Или мне кажется. Чпоньк. Развернули пацана. Так, у меня вторая позиция. О, скорее всего, по сумме очков. Да чего, блядь? А вот это вот нереалистично было. Абсолютно. По меркам гонок на выживание. Она врезалась, и она же и умерла. То есть как бы, что? Рейхост в этом плане показывает как раз таки более реалистичную сторону. Фрау сзади пристраивается, и все, и сразу же. А ты что, ты еще не умер? Какие-то они до хрена запас прочные. Так, что, тогда будем пробовать немножечко по-другому. Так, все разъехались. Ой, не, давай без этого. Что здесь подъехал-то? Да ей просто наплевать. В бочину влетаешь, а похер, дальше поехали. Блин, ну вот здесь прям просадка у меня, конечно, восприятие. Я как-то ожидал, что дерби как раз-таки наоборот поинтереснее будет. Просто по кругу всех собрали и поехали дальше. Четверо осталось, то есть мне нужно еще немножко продержаться. О, привет. Михалыч. Вторая позиция. Так, эти у нас все готовы. А вот этот? Здорово. А он что, мстить будешь, что ли? Рискованный мужик был. Что это? А, я по ним проехал, и такие звуки, нифига себе. Так. Врагов осталось трое, тем не менее, я еще четвертый, если сейчас разложусь. Вот он второй раз повторяет эту ошибку. И вообще наплевать просто. Вот этот послабее, то есть его мы разваливаем. Так, Соня, Джо Бумер и Иван Комрад остались, понятно. Ёлки-палки, там в меня целятся. Блин, ну это капец. Вот эта машина, она прям ощутима. Ну, в смысле, не та, которая у меня, а вот у Сони.
То есть ее просто без толку толкать. Я не знаю, на какой скорости нам нужно вылететь, чтобы она почувствовала. Причем не всегда. То есть как бы я не говорю, что... Вот что это? Я въехал в стоячую. Да иди ты нахрен. Так, ну хотя бы не последний. Я как бы уже третий. Можно, конечно, подождать, пока они завалят друг друга, а можно и не ждать. Так, мне главное под... Ну-ка, отстань от меня. Под Соню главное не лезть. Чего, блядь? Это что сейчас было? Слышь, Жека, я хочу такой же броневик себе. Не, ну хотя бы вторая позиция, я не знаю. Давайте открывайте путь к этому. Блин, я что-то как-то даже не знаю. Не-не-не, погодите, я все правильно же сделал. Так, кто у нас? Неправильно, все-таки неправильно. Подвеску же я в предыдущей серии не поставил. Не колеса, подвеска не нужна. Нехватка. Ну, теперь ты с таким запасом прочности. Здесь не хватает еще одного. О, нифига, он там отжимается сзади. А показатели это масса машины, которая как бы решает в подобных гонках. Не знаю, может покраска? Дело в покраске, может? Это мне не особо нравится, пускай будет мой. Кстати, хочу кое-что проверить. Хочу кое-что посмотреть по цвету. Ну, у меня же как бы стоит кузов, что обязательно покупать. Ну, кстати... Над каждой моделькой индивидуально поработано, я так смотрю. Там за него какой-то то ли стаканчик, то ли бутылка. Очень странно. Так, вот и ее. Поехали. Попробуем еще разок. Ну, что, на старт? Погнали. Починено. Запас прочности есть. Сейчас должно. Кстати, какая-то черная херня у меня есть под машиной с самого старта. Вы там давайте паровозик свой делаете. Ох, там фрау на меня. Как раз таки, вот этот момент сейчас был. Она в меня врезалась, и у нее больше почему-то отняли. Хотя как бы... А ну-ка давай со всех мощностей. Чпуньк. Не впечатлило, ни меня, ни его, судя по всему. Ну что он сказал, свой?
Блин, прикольная система, конечно, с этим замедлением времени, но... Что? Она опять в меня влетела и ликвидировалась. Скорости было мало, у него нету нахрен никакого внешнего каркаса безопасности, но тем не менее мы ему ничего не сделали. Очень странно. Он за нами теперь едет. Мстить собрался. Ах ты, комрад. Я тебя потом один на один сделаю. Если, конечно, мы дойдем до туда с такими повреждениями в дерби. Нихера себе. Какой мстительный молодой человек. Осталось врагов 5. Там, блин, пошли вы нахрен. О, вот это прикольно. Я что-то не понял сейчас. Или типа... В замедлении это типа так не работает, что ли, или что? А, у него там еще каркас безопасности внутри. Так, кто где? Интересно. Да отстаньте от меня. Я там еле задел его. Так. Врагов осталось двое уже. Ну-ка, разворачивайся. А как? Как он так резко вывернул? Так. Ну, ликвидировано, не ликвидировано, тем не менее мы смогли добраться до третьей позиции. Какая фигня. Комрад ждет твоего вызова, и чтобы лучше подготовить, свои гонки открыты для тебя. Тщательно подбирай. Блин, да, этот комрад чисто такой стереотипный чувак. Так, а можно тачку посмотреть, что сейчас она из себя представляет? Вообще, как бы она должна быть сгоревшая, насколько мы помним. Каркас, как раз таки, вот внешний каркас безопасности, о чем я говорил. С правой стороны, как мы понимаем, был удар. И нахрен эта дуга не спасла, то есть как бы... Что это? Для чего оно здесь вообще предназначено было? Так, двигатель остался цел. Странно, но тем не менее. Каркас безопасности внутренний нас спас. Хотя и подвергся некоторым изменениям деформации. Ну и все это за 84 доллара мы приводим в нормальное состояние. Так, ладно, я оставлю эту тачку для встречи с комрадом. Так, а как там можно было же как-то посмотреть их? Там еще музычка. Так, стоит его приора. И вот эти вот пацанчики на заднем фоне. Так, вот биография Михайловича, что там? Он огромный любитель машинных гонок. Он покорил многие горы мира,
побывал в опасных территориях. На опасных, нет? Теперь его цель получить кубок Trail Out. 6 фанатов у меня. Тут у каждого своя музыка. А это что за палево, так сказать? Чем они там стоят? Блин, тут у каждого своя музыка. Так, не совсем понятно. Это у него там фрау сзади. Так, понятно. Странно, что здесь не этот, а не какая-нибудь музыка из Флэтаута. Кстати, у него сзади у Фрэнка Вудса написано «Бентон» на тачке. Что вроде как слишком прям вот палевная отсылка на Флэтаут. Была бы это только курточка. Вызов босса. Будь осторожен. Вызов состоит из двух гонок. Гонка и дерби. Осторожнее. Босс имеет помощников. Смотря в каком смысле. Так, тайга, скорее всего, у него для дерби здесь. Блиста для гонки. Сделать вызов. Это типа какая-то пацанская движуха или что? Что это за музычка здесь? Араш. Мертвый остров. Поехали. Так, ну это же типа моя... Нихера себе у меня тут отставание. Последняя покраска от бонус... Ой, этого от спонсора дает мне бесплатный ремонт. Вы это видели? Это что, это вот его восьмерка? Или я что-то не то скачал? Сразу же отжимаем себе первую позицию. Комрад отдыхает. Блин, как здесь тачки тяжело разгоняются, а? Ай, бля! Он пробил, спасает. Два круга. Так, а мне интересно... Бля, нихера. Мне интересно, в какой момент он начнет нас пытаться обогнать. Опа. Ручничок-то какой. То есть тачка медленно разгоняется, не совсем управляемая, но получше некоторых в этой игре. Но ручник это просто что-то с чем-то. Это такой читерский прием. Что-то он там как-то подотстал. Был бы Вудс, мне кажется, я бы тут уже... Ёп! Это что было? Прикольно, что ли? А чё это сейчас было? Я же... Отключи ускорение... Ой, ускорение, говорю, наоборот, замедление. Как будто резко дёрнуло. Я хотел наоборот, как в Most Wanted, в поворот войти. Блин, вот эта херня с вылетом, это, конечно, тема. Причём я так понимаю, что... А сейчас попробуем. А, что, все? Ты первый, ты лучший. Опа, москвич. Мини-москвич. Там тачка на гаражах стоит, или мне показалось? Михалыч, зря ты себя
Ниву доставай свою. Так, говорит, имеет помощников. Че тут помощники? Блин, в гаражах устраивать дерби с чуваками на девятках. Ебать. Так они вообще просто как ребенка меня тут топчат. Пацаны, 7 окнем. Ебать. Ебать. Это я понимаю, конечно. Так, я вижу его на карте, а этих как бы на карте нету. А странно, что они на черных, а не на какой-нибудь там вишневый. А у них запаса прочности даже нет. Просто изнасилование какое-то. Что мне тут с ними делать? А, да, они все уже готовы. Я тут вообще должен, по идее, как... труп. С ними остаться. Ну, если я, точнее, в этих завалю. С ним. Блин, ну такими добивочками его, конечно, это долго. Так, это что за херня сейчас была? А, я сейчас опять-таки ударил его, и равным счетом ничего не произошло для него. Да ладно, чтобы Нива так... Так, а что ты? И нихера. Что за... Ох, нихера, он там так развернулся быстро. Куда музыка играет? У него есть тачки или нет? Что понять, я вообще не могу. Не у него. Так, если я использую замедление. Понятно, да? На замедление я могу его толкнуть, а без него нет. И нихера. А нет, чуть-чуть отнял. Все, все замечательно. Что-то начинает продвигаться. Нет, так не поворачивайся. Блин, ну какой же... Слушайте, а мне интересно, да? Блин! Тут мы с ним, конечно, парно учудили. Этот, с Биг Смоуком, когда я буду гоняться. Меня там судиков не расстреляют. Сука. Как-то не вовремя-то заспомнился. Так, разворачивайся. Да какого хера ты так быстро-то разворачиваешься? Так, ну хрен его знает, у нас примерно одинаково. А вот теперь нихера. Так, а чё ты в стену-то не улетел? Так, а еще у меня один момент такой... Сам без меня справился. Почему у меня камера чуть справа от машины стала? Наоборот, получается, чуть слева. Под углом. У тебя же осталось две черных девятки, забирай их. Это что за херня у меня? А, это масло течет. Я думал, там какая-то херня под машиной, как, то ли как Веном, то ли как Бур.
Как у горбатого запорожца было отверстие под этим пассажирским сиденьем справа для зимней рыбалки. Так, не. 150 тысяч фанатов, а у меня 126. Практически как бы. Да, а можно остальные глянуть? А чё, а где? Ты у него две тачки отжал, где они? Я что-то не знаю. Ага, вот они. А вообще-то она не в таком состоянии была, нет? За 900. Ну, он же со мной не на девятке, не на восьмерке, точнее, катался. Он катался на приоре. Почему мне ее не дают? Бренд. Буханка, да? Так, я не хочу. Так, вот он на Ниве очень резво поворачивал. В принципе, в прочность достаточно хорошая. Вот здесь прочность не очень, но максимальная скорость и ускорение неплохие. Так, вот эта прочность. Ну, то есть как бы между Блиста компакт. Давай. Слушай, ты можешь как-то вот без вот этого, а? Сейчас там куда-нибудь еще. А чем усиление идет? А, внутренний каркас безопасности появляется. Так, ну ладно, я для гонок хочу использовать, как бы. Сразу же. Три штуки на ветер. Не самые большие вложения, как бы, уже идут. И хватит даже на колеса. Причем не на самые худшие. Так, а вот что мне интересно стало. Это просто этот Тарзан. Он и так Тарзан. Как будто бы. Нет, тот повыше. Ну ладно. Будем думать, что это он. Это цвет от спонсора, да? Спонсор скин. Чё она какая-то баклажановая стала? Кстати, классно смотрится. Ну, блин, дешевый ремонт, точнее бесплатный. Как бы. Хотя лучше бы вот это было. Хотя здесь вот она более такой родной выглядит. Блиста. Жалко, что не тренажка. Так, ладненько. Босса победили, тачку отжали, в гараж поставили, немножко затюнили. Продолжать будем в следующих сериях. На этом моменте мы с вами прощаемся.